Добрый день, друзья! Сегодня я хотела бы провести небольшой обзор акварельных маркеров Fine Arts. В наборе 24 сочных акварельных цвета и прозрачная кисточка для растушевки. Маркеры полностью готовы уже к работе. Единственное, что необходимо от вас, это раскрутить прозрачную кисть. В ней есть резервуар. И заполнить его водой. Заполняем водой и закручиваем. На эту кисточку нужно слегка поддавливать, и с нее будет вытекать вода, которая очень чистая и удобна делать растушевки и размытия. Маркеры можно использовать в нескольких техниках, то есть ими можно рисовать на сухой, по сухому, то есть на обычной абсолютно бумаге, разукрашки, картины по номерам. Сейчас я вам покажу, как они размываются. Основная фишка в том, что их можно размыть, поэтому для этого я беру акварельную бумагу, нанесла маркеры на лист, легким придавливанием наносим воду. Как видите, отлично получается растушевка. Цвета между собой можно смешивать. Для этого я вам продемонстрирую на блюдечке. Можно использовать палитру пластиковую. К сожалению, сейчас у меня ее нету. То есть посмотрим на блюдечке. То есть можно брать несколько разных цветов, которые вы хотите соединить между собой. И наносить кистью для растушевки. То есть ее промывать удобно. Я ее мою вот так вот. Можно брать тряпочкой, протирать. Мы соединяем цвета. И уже наносим готовый оттенок на наш лист. Также это можно делать на самом листе. Главное очищать кисть, чтобы цвета не пачкались. Попробуем сейчас на листе. То есть берем желтый, берем красный, соединяем между собой. Цвета отлично смешиваются, получаются новые оттенки. За счет тонкой кисти очень классно прорисовывать мелкие детали. То есть очень-очень тонкая кисточка в маркере. Нагнется хорошо. Можно контролировать толщину линий. То есть самые меленькие детали вы отлично прорисуете. Маркеры заполнены акварельными красками, поэтому для деток они будут абсолютно безопасны. Без запахов. Насыщенные цвета, можно делать градиенты, растяжки, очень классно делать акварельные зарисовки, удобно носить с собой. Для зарисовок вам понадобятся только маркеры и чистая бутылочка с водой, и больше никаких проблем. В принципе, вот и все. Спасибо за внимание. Всего доброго.